Всем привет, с вами Екатерина, и спустя почти полгода я наконец записываю летсплей с этой девочкой, которую зовут вроде бы Сара, да. И сейчас она с кем-то болтает, я не знаю, она уже приезжала сюда, шла каких-то новостей своих друзей, чувачок какой-то. Она живет в этой квартире. Вот тут на самой обыкновенной улице, улица Специй, по-моему, называется она. И вот так вот как-то я обустроила ее, хотя там были какие-то моды, и некоторая мебель поменялась. Эта квартира принадлежала какому-то шеф-повару, и из-за этого вот тут висит табличка, которую нельзя убрать. И также у нас парная кухня. Вот. Я, честно, за эти полгода я вот все равно не придумала историю нашей Саре и вообще, что она будет делать в этой жизни, но думала, она откроет ветеринарную клинику, либо ну, ресторан, вряд ли. Иди домой, пожалуйста. И там мы будем уже что-нибудь делать. Да и меня знаем, что делать. Нужна связка, развязка. Что делать? Будем копить ветеринарную клинику. И давайте, наверное, пока что нарисуем картину, чтобы силу. А, у нее не хватает денег. Потому что у нас 44 миллиона всего лишь осталось с этой квартирой. Можем что-нибудь продать. У нас вот так вот как бы миленько, но не супер, конечно. Классическая картина, маленькая. Маленькая. Еще не знаю, почему у нас черные окна. У меня вот такой лак прям бесит иногда. Также Саре, конечно, надо будет найти парня. Потому что, ну, типа, ну а чё нет? Но, наверное, не сегодня, не сейчас. Не все так быстро. Нам надо самим понять, кто такая Сара. Надо завести питомца. Чё-то я реально туплю. Также сейчас идет какая-то акция Жасмин Холидей. Можем позвонить ей. Да, и будет развиваться быстрее навык. Вот. Звоним Жасмин Холидей, это наша подружка. Почти. Я не знаю вообще, кто такая Жасмин. Никогда не участвовала в таких акциях, можно сказать, да? Давай! Вещи. Все, Жасмин скоро прибудет. Я не знаю, что мы будем делать. Где ты? В Sims, если говорят, то, что скоро будут, то это означает, то, что прям через 5 секунд уже все. Здравствуйте. Старайтесь забор покрасить, это где? Но что-то вот не в этот раз, по-моему. Где она? Ой, Жасмин пришла! Подружка моя! Подружанка! Алло! Спросить про неделю тройного усиления. Я приехала, чтобы помочь вам... Ой, господи! По времени можете обменять усилитель на другой. Просто позвоните мне и попросите другой усилитель. У меня их три, вы можете быстрее улучшить навык садоводства и кулинарии. Или же ускорить свои навыки. Да, алло, читаю, чего закрываете? Рисование, короче, без проблем. Давай. Чё ты не берёшь? Сиди, спросила, значит, мне нужно. Алло. Алло, дай. Дай мне заказать. Медленное снижение шкал потребностей гигиены питания. Сиди нам к рисованию. Вот. Бери, подружки. Ой, всё? Творческий подход. Вот реально идея, что ли? Все, пока. Пока. Сейчас, мне кажется, мы так быстро научимся рисовать. И я реально понимаю, что с нашими окнами. Мне бесит вот такое черное окно в светлой комнате. Это не очень. Это не очень. А смысл, она даже... Ты как быстро... Я же ничего не сделала. У меня лагает игра немного, потому что... Я не знаю, почему... А картина уже нарисовалась. Она еще даже не подошла. Что-то вообще не понимаю, что это. Эта картина так подходит к ее платью, наряду. Реально вообще не понимаю, что это за бред. У меня никогда Sims так не лагало. Смотрите, какая милашка у нас появилась. Ее зовут Лили, и она что-то наподобие пуделя. Правда, сейчас это не видно, но когда она повзрослеет, все изменится. Они будут всю свою жизнь проживать вместе. Вот. И как бы да.
Но изначально я хотела взять молодого питомца. Она такая зайка. И вы еще не знаете, как она будет выглядеть, когда вырастет. Но зато я знаю, и она прям супер милашка, которая очень подходит Саре. Давай, подними ее, что ли. История такая. Так как Сара переехала в другой город, когда вот, собственно, стала молодой, уехала со своего отца, отец решил ей подарить эту собачку. Ну и вот, и как бы Сара переехала, и собачка приехала чуть позже. Это так мило! Саре так нравится Лили. Такие зайки. Какие милые. Потом, когда Лили вырастет, мы нарядим ее кое-как. Кушать нам сейчас не надо, нам надо поиграть с нашей собачкой. Купила такую штучку, но... Что? Как с ней играть? Это только для кошек, нет? Окей. Окей. Вот. Где она? Какая маленькая! Смотрите на это чудо. Я не понимаю, что она делает. Она очень маленькая. Они пойдут спать все-таки. И на этом летсплей заканчивается. В этой серии ничего такого не было. Но зато мы нашли питомца. Это просто стартовая серия. Ну вот и все. День девочек подошел к концу. Я не понимаю, почему Сара легла в той же самой одежде. До скорых встреч. Всем пока. А с вами была Ангелина.